Приветствую вас, мои дорогие друзья! Сегодня я хочу поделиться с вами уникальной медитацией, которая поможет вам не только успокоить нервы и расслабиться перед сном, но и стереть многие негативные программы из вашего подсознания. Согласитесь, ведь мы так часто ложимся спать с какими-то тяжелыми мыслями, с нерешенными задачами, с переживаниями, которые мешают нам полноценно отдохнуть, восстановиться и расслабиться. А эта медитация поможет вам очистить свой разум и подсознание от всего негатива и тревожности, накопленной за день. Однако перед тем, как мы начнем эту замечательную медитацию, я приготовила вам уникальный подарок, который станет для вас важным шагом на пути к улучшению вашей жизни. Переходите прямо сейчас по ссылочке в описании под этим видео и забирайте свой подарок. Подарок ваш! Ну а сейчас приготовьтесь к медитации. Примите, пожалуйста, удобное положение тела. Лучше всего, если вы сможете прилечь. Если у вас такой возможности нет, то хотя бы откиньтесь назад в кресле или в стуле. Убедитесь в том, что ваши ноги не перекрещены, руки свободно лежат на коленях. Итак, наша медитация посвящена глубокому расслаблению тела и удалению негативных программ перед сном. Когда вы будете готовы, медленно закройте глаза и начните сосредотачиваться на своем дыхании. Глубоко вдыхайте через нос и выдыхайте. Вдох через нос, небольшая задержка и мягкий, медленный, спокойный выдох. Представьте себя окруженными мягким, теплым светом, который постепенно окутывает ваше тело, согревая вас и утоляя любое негативное чувство или мысль. Этот мягкий свет растворяет весь негатив. Позвольте этому свету проникнуть в каждую клеточку вашего тела, разрешая ему убрать все напряжение и распустить все напряженные участки, наполняя их спокойствием и теплом. Этот мягкий, теплый, умиротворяющий свет начинает плавно скользить по вашему телу, нежно лаская вас и попутно расслабляя каждую мышцу, освобождая ваши плечи от бремени тяжести ваших дел и позволяя вашему разуму плавно переходить в состояние глубокого спокойствия. Позвольте себе освободиться от любых негативных мыслей и эмоций. Мы как будто сейчас омываем их светом своей внутренней силы. Подарите себе момент полного покоя и принятия. Дышите медленно и глубоко, ощущая, как каждый вдох наполняет вас энергией благополучия, а каждый выдох уносит с собой все напряжение
дня. Представьте себя постепенно погружающимся в сновидение, в безмятежность и изобилие, в то прекрасное, безопасное место, где вы окружены любовью и гармонией. Почувствуйте, как ваше тело становится все более легким и дышащим, а ваш разум все спокойнее и прозрачнее. Позвольте себе уйти в мир сновидений, наполненный тихим покоем и гармонией, где любой негатив растворяется в свете вашей истинной силы. В этом состоянии глубокого спокойствия, расслабления, благополучия вы, наконец, готовы и способны отпустить все негативные эмоции, и вы засыпаете с чувством полного спокойствия и умиротворения. А мы продолжаем ваше погружение в состояние еще более глубокого расслабления. Представьте себя, как будто в коконе светлой, обволакивающей, целительной, любящей вас энергии. Этот кокон – это ваше надежное убежище, ваша поддержка и защита. Позвольте этой энергии стать источником неограниченного умиротворения и стойкой защиты от любых негативных воздействий. Позвольте себе почувствовать и принять безусловную любовь и глубокое принятие себя. Вы заслуживаете эту любовь и поддержку в каждый момент вашего существования. Позвольте этому чувству, этому ощущению проникнуть в вас, словно целебное тепло, растворяя любое чувство сомнения или страха. Представьте себя освободившимся от всех ограничивающих вас убеждений и блоков, которые могут еще оставаться в вашем разуме. Позвольте себе принять свою истинную силу, свою уникальность, свою ценность. Да-да, очень хорошо. Вы обладаете очень большой ценностью и достойны всего самого наилучшего. Чувствуйте, как этот глубокий и приятный процесс растворения негатива и блоков наполняет вас легкостью и свободой. Пусть каждый вдох наполняет вас новыми позитивными мыслями, а каждый выдох уносит с собой остатки старых, ненужных более ограничений. Вы ощущаете, как вы становитесь все более легкими, светлыми, свободными. Вы засыпаете с чувством осознания своей особой силы и целостности. Позвольте себе погрузиться в глубокий, особенный сон, сладкий и мягкий. Это ваш
новый сон, который подарит вам чудесные сны, наполненные гармонией и любовью. Просыпайтесь утром полными энергии и живой радости жизни. Если вы выберете сейчас заснуть, то добрых снов. И когда вы проснетесь, вы будете чувствовать себя великолепно, освеженными, радостными и цельными. А если же вы выберете вернуться сейчас к обычной жизни, то вы, несомненно, ощутите ваше новое легкое состояние, которое поможет вам достичь новых вершин, новых побед и чувствовать себя великолепно. Ведь вы этого достойны.